еще стоят машины. Да. Вот мы шлагбаум поставим и вообще, значит, запретим всем заезжать. Надо, чтобы дети были в безопасности, так? И люди, чтобы дышали воздухом, а не выхлопные газы. Да, это очень, конечно, хорошо будет. У меня единственный вопрос, еще хотелось бы решить вопрос о скоростном режиме на этом участке дороги. Построили дорогу, построили парковку, очень приятно, очень хорошо. Но у нас есть многие нерадивые водители, которые вылетают и летят сюда, соответственно, без ограничения скорости. Давайте.